Redmond представляет новинку. Умный чайник-светильник Sky Kettle G200S с дистанционным управлением со смартфона через приложение Ready for Sky. Управлять всеми функциями умного чайника можно удаленно, хоть из соседней комнаты, хоть из любой точки мира. Зайдя в приложение, вы сразу узнаете, холодная или теплая вода в чайнике, и сможете онлайн нагреть ее. Световой чайник Redmond может нагревать воду до любой нужной температуры. Вы можете задать температуру нагрева с точностью до 1 градуса. Теперь правильно заварить зеленый или травяной чай, а также приготовить молочную смесь для ребенка проще простого. Управлять подсветкой G200S можно в несколько кликов со смартфона. Зайдя в приложение, выберите любой цвет подсветки умного чайника и настройте ее яркость. Подсветка умного чайника может меняться автоматически. Установите для этого в приложении скорость перехода свечения от одного цвета к другому, и стеклянный корпус будет переливаться всеми цветами радуги. Хотите, чтобы подсветка Sky Kettle менялась при нагреве? Например, когда вода холодная, подсветка была голубой, а при кипятке — красной. Внесите соответствующую настройку через приложение Ready for Sky. Чайник-светильник G200S может также выполнять функцию ночника и красиво светиться в темное время суток. Sky Kettle очень удобен в управлении. Вы можете на расстоянии заблокировать панель управления, и тогда никто без вашего ведома не сможет включить умный чайник или сбить ваши настройки. Да и дети будут в полной безопасности. Включайте нагрев в Sky Kettle по дороге домой. Умный чайник-светильник поддержит воду теплой до вашего прихода. Любимый чай всегда вовремя. Redmond. Сделай шаг в будущее.